обязательно. Потому что, во-первых, происходит развитие ребенка. Дома мы не можем дать того, что дают иногда специалисты. Поэтому, конечно, обязательно. Я считаю, что это очень нужное дело. Ну, конечно, должны, потому что должны развиваться и в дальнейшем, чтобы самостоятельно принять решение, что им нужно. Думаю, что для общего развития это необходимо. Ну, в зависимости от того, к чему склонен ребенок. Может быть, это спортивные секции. Если любит рисовать, значит рисование. Если любит танцевать, значит танцы. Ну, развитие должно быть. Свободное время тоже должно быть. Сейчас, как детей загружают по полной программе, тоже неправильно. Обязательно. Помимо того, что они приобретают какие-то умения там, они приобретают искусство общения друг с другом. Это их развивает.